taste that. Light work with the bass on the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Ребята, всем привет! Вы на канале Семян в чемоданах. Как я обещал в предыдущем выпуске, будет продолжение нашей прогулки по горам. Мы увидели не все, и сегодня мы приехали на Орлиные скалы. Мы прям доехали. Сюда идет, значит, дорога, но она достаточно так себе, просто меня лично такие дороги раздражают. Но сюда приезжают вот на маленьких седанах, на передних приводах, в принципе, ехать можно. Окей, просто меня они бесят. Вот. Мы купили билет, 200 рублей с человека, дети бесплатно, 100 рублей дополнительно за машину. А куда нам, если мы туда пойдем, что будет? Ничего, это вообще с самого низа идет тропа пешеходная. Покажите это мне. Что-то не пойму. Так, Наталья Сергеевна, это... Нас белую перевели. Да. Ну все, смотрите, карта посетителя. Я приглашаю вас в новый выпуск, подписывайтесь на канал, делайте репост данного видеоролика, ставьте лайк данному выпуску, пишите свои комментарии. Кто гулял, пишите ваше мнение, будет очень интересно почитать в комментариях. Давайте начинать. Итак, друзья, вот здесь такая территория, парковка, вон туда уходит дорога, она как бы получше, так сказать, но мы легких путей не ищем, идем вот по такой дороге, она будет уходить вверх, и дальше можно как раз вот так вот полукругом обойти. Смотрите, нам на входе дали вот такой билет, визитка такая, так, и здесь, ну, всякая история написана, да, можете поставить на паузу и почитать. Вообще, мы должны с вами дойти до статуи Прометей, там какие-то есть ресторанчики, вообще посмотреть на вид вот с этих Орлиных скал, и мы очень хотим дойти до водопадов, на которых Огурский, да, до верхнего водопада, получается, на, как он, средний, либо нижний мы были, но хотим дойти прям до верха и посмотреть со скалы, как это выглядит. Дорога здесь такая, видите, прям подъем достаточно мощный. Я думаю, мы справимся. Есть уже лавочка, можно сразу отдыхать. Красивая, великолепная природа. Вообще, если вы без машины, например, можно с самого начала прям поставить машину и подниматься, давай ручку, и подниматься ножками с самого начала. Но мы сюда, на эту гору, забрались на машине. Слушайте, друзья, вот тут начинается такой же маршрут с перилами. Мы поднялись, здесь очень спокойно, даже слышно, как долбит где-то дятел. Вот они, те сосны, про которые я вам тогда говорил, друзья, которые растут прям... ух ты, смотри, сколько ящериц. Ничего себе, напугали прям меня, да тут их несколько было. Какой вид! Ребята, я сейчас зайду за вот это ограждение, никогда так делать не нужно, я хочу просто вам показать. Какой вид, мать его! Настюха, вы должны сюда подойти, посмотри, как там. Ребята, это что-то нереальное! Вот, мы ходили вот на той тропе, вон там внизу, я вам показывал вот эти сосны. Круто, я тут. Слушайте, обрыв вообще нереальный. Так, я хочу пройти еще вот в эту сторону. Настя, подожди, пожалуйста. Хочу дойти и посмотреть, какой вид открывается, друзья, у нас с вами отсюда. Вау, тут просто что-то нереальное. Слушайте, обалдеть. Какой кайф. Вы только посмотрите, друзья, это нереально что-то. Вот это класс. Вот они, Орлиные скалы. Как видно водопад, гляньте. А то он оттуда, получается, стекает. И вот там, где мы купались. Ух ты. Да. Вообще высота нереальная.
Как вам виды, друзья? Вообще, я увидел, когда эти сосны еще там снизу, я просто в них влюбился. А тут мы поднялись, и вот этот отлет. Виды, ну, блин, бомба. Давайте дальше продолжать. В общем, видите, здесь везде вот такой заборчик. Сосны, ну, это вообще просто скал растут. Ух, какая круть, а? Так, сейчас подойдем на смотровую площадку. Это вот смотровая. Здесь есть лавочка. Так вот, ребята, и виды открываются нереальные. Там просвечивается водопад. Вот эти сосны. Какое великолепие, а? Видите, здесь такая тропа, на нее везде торчат камни. Поэтому нужно, конечно, смотреть всегда под ноги, потому что можно оступиться, да, зацепиться и прилично упасть. Здесь посмотри, какие виды на скалы, ребята, вау! Я не знаю, вот эти сосны в скалах меня настолько впечатлили, я просто влюбился в них. Это что-то нереальное, да. И получается, с любой точки просматривается водопад, тут так называемый туристический, да, дальше вверх, там а уже вот водопад, не туристический. Вот здесь, да, смотрите. Так, ладно, пойдемте. Двигаемся. Двигаемся дальше. Будем пытаться. Сейчас мы, видите, у нас дорога всего уходит в гору, в гору, в гору. Да, здесь, конечно, вообще, вы только гляньте. Обрывы, друзья, нереальные. Так. Смотрите, какая красотища. Все идут, детвора идет. Ух ты, вот я чуть не упал. Видите, под ноги не смотрю, отвлекся. А тут такая получается, как ступенька, да, из камня. Такая вот здесь, друзья, тропинка. Поэтому внимательно всегда будьте, если приедете погулять на Орлиные скалы. Единственное, что Орлиные скалы, но орлов тут не видно. Я видел больше орлов, когда ходил в пещеру. Выпуск тоже можете посмотреть, я снимал их. Зрелище, конечно, классное. Подошли с вами к очередной смотровой площадке. Здесь также, да, лавочка. Скалы вообще великолепные. Где-то там дальше находится ресторан. Вид, вот мы как бы получается уже над водопадом с вами стоим. Блин, вообще бомба. Виды, огонь. Страшно. Страшно? Не могу, а страшно, папа. Понятно. Так, ну приятно, Тёма, что людей сюда, не так много. Сыночек, пошли. Да, в дереве, ага. Видите, здесь такой подъем. Ну, я не знаю, если вчера мы ходили и было, ну, прям просто ну, по земле идешь, а здесь вот ты прям действительно идешь прям по скальным вот этим камням. И мне кажется, это сложнее. Как вам? В комментариях пишите. Еще пару слов про дорожку. В некоторых местах она прям очень-очень узкая. Вот, а например, тут, видите, такая, хопс, широкая. Но подъем достаточно крутой. Прям мы, короче, это запыхались. Вот тут обойдем. Посмотрим вид. Какой открывается тут. Ух, ой.
Да, красота. А я там вижу людей, они вон аж там стоят. Сейчас попробуем туда добраться. Пошлите, парни. Так, тут очередная лавочка, и мы решили сделать привал. Попить воды, может, яблочко съедим. Отдохнули? Пойдемте дальше. Отсюда, друзья, посмотрите, какой открывается вид на Краснополянские горы. Кайф. А вот это гора Ахун. До нее тоже можно, видимо, как-то тут спуститься и подняться. Есть тропа. Не знаю, может быть, когда-то я решусь и пешочком поднимусь. Все, продолжаем дальше подниматься по скальным таким ступенькам. Оп. Так, и попадаем с вами на, так, на какую-то территорию. Здесь, видимо, что-то строится, наверное, какие-то беседки. Есть столики. Так, ну сейчас, ну да, здесь, видите, такое, видимо, будет кафе к сезону. Ой-ой-ой. С панорамным видом на горы. Сейчас посмотрим, как это все выглядит. А вот он непосредственно и Прометей стоит. Вот мы с вами, друзья, и добрались до этой фигуры. Ну, конечно, не знаю, что у нас получится, какие фотки. Но, учитывая, что здесь стройка, ну, сейчас что-нибудь придумаем. Посмотрим. Да, тут такая фотозона. Людей много, видимо, еще школьные группы. Обрыв, виды открываются. Вообще бомбические. Ладно, сейчас он. Боишься? Не бойся, я с тобой. Склоняться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым, вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Так, ну что, ребята, мы сфотографировались, да, такая топовая локация. Вот они, фоточки. На Насте на Инстаграм обязательно подписываемся, Настя постит и пишет. А мы с вами продолжаем дальше. Здесь есть кафе. Кафе. Так, здесь что у нас тут? Такой вид нечитаемый. Смотровая площадка. Вот мы пойдем до смотровой площадки сейчас. Так. Вот, видите, смотровая площадка, и даже есть детская площадка, ну такая, если ее можно называть, но тем не менее. А до смотровой площадки нам идти 60 метров. А что там? Это дополнительный, да, вход? Да. А сколько стоит? 150. Так, я хочу с вами подойти, заприколиться вот это. Хочу подойти с вами сюда, показать вам. Вот здесь вот столики. Здесь можно сесть и покайфовать, конечно, на этот просто лютый вид. Вы только гляньте. Ну, типа качели, возможно, сделают, я очень надеюсь. Вау! Мне, ребята, виды. Виды просто бомба. Перекусили и продолжаем путь на смотровую площадку. Я уверен, оттуда вид откроется самый великолепный, который тут есть. Пойдемте. Наша задача пройти вот по такой тропе. Здесь растут вот эти растения. Они очень колятся, поэтому, кто пойдет в шортах, обращайте на это внимание. Тут нет решетки, поэтому детей держите за руки. Ну, точнее, есть, да, но так называемое подобие. Вот.
Так, двигаемся с вами. Родион, не бегай, пожалуйста, тут. Уже чуть не упал там на камень, спину. Ну, давай. Дайте застегну. Нормально спускаетесь? Жди. Так. Двигаемся. Видите, вот здесь вот такие вот тропы. То есть они максимально природные. Родион, подожди, вот сюда вот так спрыгивай. Видите, какие здесь вот такие вот скалы торчат. И по ним, получается, двигаемся. Вот так вот. Опа. Так, друзья, ну все, мы попадаем с вами на смотровую площадку. Она вот так вот выглядит. Так. Здесь нет ограждения, поэтому за руку нужно обязательно держать. Ну что, вот и главная смотровая площадка. Виды-то, ребята, какие. Вот эти сосны, да, которые мы видели вон с той тропы. И сейчас мы возле них. Да, красота просто нереальная. А вон башня виднеется, Ахун. Короче, где-то тут есть тропы. Вон ребята идут. Там пещера, вот про которую я начал говорить. Там дополнительно 150 рублей можешь заплатить, дадут каску, и можно будет спуститься. Но виды, друзья, вообще нереальные. Нам, конечно, очень хочется вон туда, в ущелье, вот пройти к тем водопадам. Не знаю, как у нас это все получится, не получится. Посмотрим. Мы стоим, ребята, уже минут 10, и я не могу вообще передать вот эту красоту, вот эти шапки снежные, Краснополянские горы. О-о-о. И самое, что интересно, что здесь открывается великолепный вид на море, но море не видно. Такое ощущение, что это сплошное небо, вот такая облачность. Какой-то туманец такой, да. И здесь, конечно, в ясную погоду будет что-то нереальное. Прикиньте, у вас там вид на море. Так вот разворачиваетесь, Ахун. И на Краснополянские горы заснеженные шапки. Красота. Вот, друзья, вы знаете, вот мы путешествуем сейчас по Сочи и видим, как за каждое природное место, куда нужно пройти, нужно заплатить. Вот из последних, вот где мы сейчас находимся, вот смотрите, за машину 100 рублей, за человека 200, да, за детей у нас пока не взяли дети. То есть мы, для того, чтобы нам сюда зайти, мы заплатили 500 рублей. Дальше, пещера. Вот, чтобы нам попасть в пещеру, нужно еще заплатить по 150. Плюс, если там вода закончилась по пути, здесь вода стоит x2, x3. Плюс что-то перекусить. Ну, в принципе, вот получается прогулка полноценная. Здесь выйдет, ну, рубля 2, наверное, даже 3. Учитывая, что, чтобы сюда доехать, нужно еще, возможно, машину заправить, да, если у вас там закончится, либо такси взять, либо на чем-то там добраться. Вот. И про что я хочу сказать, что вот у вас есть великолепная возможность в этом году отправить в Крым, потому что в Крыму начинается сейчас то же самое. Там везде ставят ограничения, везде делают какие-то заповедные зоны, что нужно будет, чтобы что-то посмотреть, нужно будет заплатить. Вот как уже слух пошел, что Каяшское озеро такое сделали. В общем, друзья, кто захочет в этом году отправиться в Крым, это будет уникальная возможность насладиться Крымом, так как наслаждались и мы в 19 году, и в 20. И мы написали гайд свой собственный, авторский, наших все места, где ставить палатку, где размещаться, есть контакты жилья, которые мы точно можем рекомендовать. Где кушать, где покупать продукты, как с деньгами, как с картами, где банкоматы. В общем, там столько много информации. Приобрести наш гайд очень просто. Нужно просто написать в директ либо мне, либо Настеньке, что хочу гайд, и оплачиваете, цена всего лишь 490 рублей, скидываете свою электронную почту, вам приходит книжечка в формате PDF, которую вы можете взять в электронном виде с собой, а можете ее распечатать, если кому-то так будет удобно. Ценность гайда сумасшедшая. Поэтому этим летом обязательно загоняйте Крым. Скорее всего, этот год Крым такой доступный будет последний. И с каждым днем там происходит все больше и больше ужесточений. Путешествуйте, друзья. Итак, ребята, мы, короче, смотрите, решили спускаться вниз, туда, к этим, к водопадам. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится.
Вы, главное, не переключайтесь, буду показывать какие-то вам интересные моменты на этой тропе. Единственное, что могу сказать сразу, что после дождя, либо в какую-то морось, я не рекомендую сюда ходить, потому что вот эти скальные камни, по которым мы идем, они во время мокрого дождика, В общем, они становятся такие мокрые во время дождя, что превращаются, ребята, в каток. Ну да, они и так скользкие, а вот тогда, когда... Стойте. Сейчас вот тут посмотрим. Смотрите, здесь есть еще лавочка одна и еще одна смотровая площадка. Да, ребята, эта смотровая опасная, потому что нет никаких заграждений и нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Держи, пожалуйста. Угу. Пойдем, отойдем сюда. Так, мы с вами немножко поэкстремалим. Подойдем сюда. Отсюда видно все, друзья. Вот весь маршрут, как мы ходили к этим водопадам. Мост, я перебирался через эту реку. Все видно. Красота. Ладно, все, мы продолжаем дальше спускаться вниз. И посмотрим, что нас ждет впереди. Может быть, нас кто-нибудь там встретится, развернет, скажет, извините, там отдельная территория. Ну, посмотрим. Так вот мы встретили ребят. Они идут с самого начала, с которого мы начинали. Вчера. Ну, то есть там заходили, да, вчера. Да, они пошли вот так вот по кругу. Устали. У них, она говорит, что ушло часа два. То есть нам примерно идти, наверное, минут 30-40 до верхушек этих водопадов. Но обязательно сегодня должны это сделать. Поэтому, ребята, не переключайтесь. Выпуск поддерживайте лайком. Ну и, конечно же, репостом, друзья. Мы продолжаем с вами двигаться по этой великолепной тропе, по этому великолепному маршруту. Да еще и с детьми, которых два физически присутствуют, а один у Настеньки в животике. Кстати, и вот еще одна причина, почему надо подписаться Насте на Инстаграм, потому что Настя пишет про беременность, делится какими-то лайфхаками. Все-таки третья беременность – это не хухры-мухры. Идем. Так, вот еще нам встречаются люди. Сейчас мы спросим, как и что. А вы с водопадов? С водопадов? Мы не дошли туда, далеко очень. А, далеко? Понятно. Так, ну вот, видите, друзья, нам сказали, что туда идти далеко. Но, блин, мы должны дойти, ребята, мы должны дойти, досматривайте выпуск до конца. В общем, друзья, если коротко про эту тропу, она вот, начиная от Прометея, она постоянно идет все ниже, ниже, ниже. И мы, получается, спускаемся, но спуск, он сложный, потому что здесь вот эти вот скалистые все истории, они подвергают опасности. Немножко нога съедет, и можно копчиком достаточно серьезно сесть. Нас тут уже вогнали какие-то ребята, стремятся. А есть вон, видимо, идут с детьми. Мы сейчас у них спросим, дошли ли они до водопадов. Интересно, сколько они шли. Так, ну, судя по их внешнему виду, я думаю, что они, да, они дошли. Вы дошли до водопадов? Мы с другой стороны. А, вы вот так. А, вот, а, ничего себе, понятно. Ну, вы же через водопады проходили? Нет. А, нет. Это ниже. А, понятно. Мы ходили. А что? Ну, оттуда идете, да? Долго еще идти? Ну, да. Там прилично. Мы же еще сравнивать. Я, не, мы вчера до туда дошли, по той тропе, получается. А сегодня вот сверху шагаем. Мы пока еще не знаем, сколько туда идти. Не, вот все, это осталось прям чуть. Да. Чуть-чуть осталось. Там по карте, если раз... Стой, Родион. Четыре больше, чем вот этот кусочек. А-а-а. Садись, садись. Да, не, мы вчера утром так дошли, там искупались и вернулись. А сегодня до отсюда. Спасибо. В общем, здесь людей можно определять по лицам. Если идут с красным лицом, значит, значит идут давно. Если идут со светлым лицом, значит, они решили вернуться обратно. Ну, а мы с вами продолжаем. Видите, как все туда ниже, 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 ниже уходит. Тёмочка, пойдем. Так-с. Вот встретили мы еще людей, поговорили.
В общем, скажу так, да, Настя вот сейчас правильно сказала, сколько людей, столько мнений, кому-то очень далеко и очень сложно, кто-то выдерживает нормально, но вот ребята эти идут с этими специальными вот этими лыжными палками, да, видимо, они уже подготовлены, и у них такая и обувь, как бы, не то, что у некоторых, вот. То есть, ну, тут все зависит от физической подготовки, но вот говорю, если у вас есть возможность ходить в горы и вот такие походы, блин, ребята, обязательно это делайте, потому что здесь нереальная красота, ну нереальнейшая. Да, вот, да, да, смотри, они по двое, Родион, смотри, тут два, тут два. Они братья, я же говорю, у них братья есть, а вы их берете. Да стой, что? Они друг друга едят. Как они попы едят друг друга? Нет, пап, я тебе хочу сказать, что... А вот когда они бежали, пап, вместе, один из друга специально отцепился и побежал, как будто он хочет его съесть. Не знаю. Ну точно, пап. А вашу версию я готов почитать в комментариях под этим видео. Что они делают? Ладно, продолжаем. Устали уже, и тут с учетом, да, что мы спускаемся вниз, я уже вижу реку, вон, видите, вижу. Там есть такая интересная переправа, и вот, чтобы попасть на гору Ахун, ну, нам ребята сказали, да, компания шла одна с Ахуна, другая шла с водопадов, то есть, чтобы попасть на Ахун, нужно реку перейти, а чтобы попасть на водопады, нужно идти по руслу вниз, ну, вот сейчас с вами будем двигаться по руслу вниз. Там также можно заметить достаточно количество людей. Я бы даже сказал, что много людей. Видимо, у кого-то там привалы, пикники. Так, сейчас будем смотреть. Фу, друзья, мы, короче, это сделали. Мы добрались до реки. Сейчас здесь немножечко еще поэкстремалим. Попробуем переправиться через реку на ту сторону, потом обратно. Ну, посмотрим. Здесь открывается вот такая вот история, смотрите. Аккуратно, аккуратно. Вытащи, выкини палку. Вот, смотрите, какая красота тут. Людей много, набирают воду, окунаются. Ну и мы сейчас будем делать то же самое. Немножко отдохнем и дальше пойдем уже по руслу на водопады. Вот такая переправа. Мужчина женщину переносит. Главное не упасть, потому что здесь скалы. Так, ребят, я умылся, пришел в чувство, освежился. Сейчас чуть позже мы продолжим путь. Я хочу тут вот переправиться вот по такому бревну вместе с вами. Так, ну это, конечно, не прям вау, сверхсложность, но тем не менее. Так. Вот отсюда начнем. Просто интересно. А что если упаду? Придется идти мокрым. Вот такой вот настоящий здесь мост, видите? Классный природный мост. Да, упасть будет точно неприятно, это 100%, потому что такие камни. Можно тут пойти, можно здесь вот так вот слезть. Опа! Вот, и продолжить идти дальше. Шикс. Ну что, вот мы с вами и прошли. В общем, эта тропинка пошла на Ахун, то есть здесь можно, не снимая ботинок, по бревну, да, по заваленному дереву, а можно вон там перейти, снять ботинки, освежиться и пойти дальше на Ахун. А нам нужно идти, получается, вот мы спустились, и нам нужно идти туда, к водопадам. Поэтому, друзья, пойдем. Друзья, мы отдохнули, набрались вроде как сил. Дальше мы идем по руслу реки. Так, руку. Идем по руслу реки к водопадам. Я думаю, что дальше... Ну, ты даже и с собачками ходишь, значит, мы точно пройдем.
Вот, куделек. Сразу прям начинаются вообще красоты. Вот такая местность. Здесь уже такой маршрут, что здесь нету никаких вот этих перилинок. И нужно очень внимательно, ребят, идти, кто сюда отправится. Скользко, ну, главное говорю, не после дождя, чтобы вот эти камни были сухие. Они и так сложные, скользкие. Так еще и когда дождь, это, конечно, еще печально. Так. Ух ты, попадаем мы в такой прям самшитовый лес. Подожди, Артем. Все скалы покрыты вот таким мхом. Вон там Настенька с Родионом. Обрывы. Здесь, ребята, тут такая, знаете, начинается нормальная дорога. Ее прям сходу оценишь, что ура, нормальная дорога. Хочу спуститься. Не-не, ты постой здесь, тебе не нужно. Хочу спуститься к реке, показать такие водопадики, мини-водопады, да? Это все находится вот так вот, ребята, в ущелье. Просто нереально. Гляньте, какая красотища. То есть здесь, в принципе, вот летом можно раздеться, окунуться и продолжить дальше путь. Здесь, конечно, тропа, друзья, такая. Здесь вот получается обрыв, река. Тропа узкая, вот такая скалистая, частями. Вот так вот, видите, повалены деревья. И нужно... Вот, пройдем правильный выбор путь. Ныряй под дерево. Под дерево ныряй. Вот. О, Радюшка, молодец. Прополз. Вот, а здесь уже, видите, такая спокойная. Там можно 100% покупаться. Вот получается та вот тропинка, по которой я начал сейчас вам показывать. Вот там получается такая сейчас пока из самых сложных. Ну, относительно, конечно, да? Потому что где-то просто за ручку сам идешь с краю, детей как бы ближе к горе. И, в принципе, что, да, нормально? Друзья, здесь такая получается полянка, можно отдохнуть. И я хочу вам показать, что вот смотрите, вот идет скала, вот эти сосны. И мы, получается, оттуда пришли. Вот так вот с той стороны как бы спустились и продолжаем уже маршрут вот вдоль русла, куда-то туда. Вот она течет речка, здесь такие начинаются пороги, здесь прям такая глубина, вот. А там дальше начинается как раз называемый, наверное, верхний. Его, в принципе, достаточно хорошо видно, я думал перебраться на ту сторону, но, наверное... Это можно здесь где-то сделать. Настя, пойдем, наверное, там обойдем. И вот он, водопад. В общем, периодически здесь возникают вот такие, по краю прям, вот молодец, вот такие сложные участки. Видите, дерево поваленное. Так, Родион, ныряй. Да не так. Ныряй под этот, вот. И вот сюда, вот так вот, оп. Давай. Опа. Все, молодцы, дай мне руку. Много корней деревьев. И вот мы с вами уже, друзья, видим, как выглядит первый водопад. Сейчас попробуем туда максимально поближе подойти. Да, но смотрится, конечно, клево. Прям вот так вот вода туда. Так, Родион, аккуратно. Стой, вот сюда пойдем. Дальше пройдем с тобой. Иди сюда. Вот сюда иди. Давай. Вот максимально с вами подходим к водопаду. Причем я не один, я с Родионом. Он мой помощник. Ну здесь-то нет, сынок. Нифига, какие тут потоки воды, просто огонь. Там прям людей стало гораздо больше. А отсюда, друзья, открывается, смотрите, какой вид. Это то, что мы с вами наблюдали с высоты. Вот оно тут. Ой, какой кайф. Вот сюда вот можно спуститься. Подождете меня? Так, ребята, я вот тут нашел
тропу, своих немножко оставлю и пойду спущусь сейчас чуть пониже. Посмотрим, куда эта тропа ведет, но она такая незаметная. Сюда, видимо, никто не ходит. Но мы с вами пойдем. Нам-то нужно все посмотреть. Глядите, какие тут виды. Ух ты! Ну, конечно, тропой сложно назвать. Просто, как говорится, да, проложенные. Таким, не, ну видно 100% сюда. Кто-то спускается, кто-то ходил. Ну и мы, конечно, с вами не исключение. Слушайте, ну как сюда не сходить? Вы только посмотрите, какая красота. Во-во-во. Это великолепно. Слушайте, очень такой прям обрыв. Видите, прям как узко идти. Поэтому очень-очень аккуратно. Желательно за что-то держаться. Вау. Слушайте, очень круто. Какая красота. Да ну, как сюда не спуститься? Вы только посмотрите. Вот это да. Не, ну с детьми понятное дело, что, конечно, нет. А вот так, если вы один. Ну, лучше, конечно, не повторять, да, не нужно. А вообще, конечно, кайф. Воу-воу-воу. Вы просто прикиньте, что все вот идут, все идут туда, вот наблюдать за этим водопадом. А мы сейчас с вами, получается, что прямо на самом верху этого водопада. Так, надо как-то сюда спуститься. Я вот думаю, как это сделать. Класс. В общем, ребята, очень хочется посмотреть, что там, поэтому рюкзак я оставляю здесь. У меня там техника. И пойдем просто с одной камерой. Блин, ну вообще здесь бомба. Здесь реально бомба. Туда обрыв. Вот еще небольшой маленький водопад. О-о-о! Смотрите! О-о-о! Вот это да! Да это же нереально. Куда мы с вами идем? Ребята, это просто шок-контент. Этот выпуск точно заслуживает лайка, потому что там... Ёпсель-мопсель, какая там красота! И вот все люди, получается, стоят, смотрят на этот водопад. Вот он падает с вершины. А мы с вами... Ни хрена как красиво. Вон там наверху я оставил. Своих вон они машут. Слушайте, это просто огонь вообще. Вот это красота. Сказать, что это круто, ну, ребята, ничего не сказать. Это просто нереально. С вас обязательно лайк. Ребята, мы сейчас с вами были прямо на верхушке этого водопада. А сейчас мы с вами, получается, обходим вот так вот по тропе. Идем вон туда. Там смотровая. Вы уже ее видели, да? Сейчас посмотрим, как смотрится водопад. Насколько он мощный. Но судя по звуку, он мощный. Очень узкая тропа, друзья. Ничем не ограждена. Поэтому эти тропы, они считаются не туристические. То есть вот вы дошли до Прометея, и все, надо как бы обратно возвращаться. Дошли, если с той стороны идете, дошли до первого вот этого водопада большого, в котором мы купались, и все, нужно возвращаться. Дальше тропа, ребята, не туристическая, потому что она небезопасная. Так, и пошла вот такая вот тропа, ребята, вниз. Такая очень прям крутая. Ну, я не скажу, она недостаточно оборудованная, на нее забили, видимо, давно. Но главное, что тут открывается вид и до этого водопада, друзья. Нужно обязательно дойти, иначе как бы все зря. Фух. Но, конечно, да, 100% не каждый осилит. Вот хочу вам показать немножко кадры, да, вот этой тропы. Вот видите, получается такой спуск. Но сложный. В любом случае, это я не знаю, мне кажется, это не средний уровень сложности. Это сложный, мне кажется, уже, да. А вот смотровая, сейчас мы с вами туда идем. Ну что, вот мы и дошли. Гляньте, какой вид. Сейчас мы с вами, конечно, пройдемся чуть-чуть поближе. Посмотрим. Давай, ручку давай мне.
Давай. Спрыгивай. Такая красота. Ну в нем-то не купаются, купаются в пониже, наверное, водопада. Да, летом он, конечно, такой полноводный. Мы сами стояли вот тут прям на вершине. Класс. Ну как, Артём? А мы с вами пойдем на самую высокую точку, смотровую штуковину этого. Опа! На вот такой вот камень. Вот это я понимаю, вот отсюда вид уже другой. И здесь, кстати, вот эти болты, я их видел и там. Здесь, видимо, канаточка раньше проходила. Кайфа. Слушайте, вы только посмотрите, какая красотища. Ребята, самую миссию дойти до самого верхнего водопада мы с вами выполнили. Все, можно ставить галочку. Но мы еще решили немножечко спуститься вниз и посмотреть, какие красоты открываются там. Поэтому давайте немножко еще протопаем, а потом нам, конечно, предстоит путь обратно. Итак, мы спускаемся. Хочу вам показать, как идет дорога. Вот так через петлю и уходит вон туда, друзья. Ну и мы с вами, конечно же, идем, чтобы дальше наслаждаться этой горной красотой. Мы с вами дошли к вершине водопада, в котором мы в том выпуске купались. Вот он. И вон тот мост. И вот тут мы уже были. Вот отсюда начался наш выпуск, ребята, вон с Прометея. И мы до сюда дошли, представляете, сколько мы прошли с вами вместе. Вот это да. Тише, Родион, тише. Ребята, хочется, во-первых, сказать спасибо, если вы досмотрели этот выпуск до конца. Мы дошли до того места, на котором вчера завершили выпуск. Это вот этот водопад. Вот он в два этапа спускается. Вот здесь мы купались. И дальше можно уходить. Мы с вами пришли с самой вот этой высоты, прошли какое-то нереальное количество километров для гор. Нам предстоит сейчас дорога обратно, а вам предстоит сделать элементарные вещи. Это поддержать выпуск лайком, сделать репост данного выпуска в свои социальные сети. Для чего? Для того, чтобы, ну, во-первых, вы поддержите наш канал, а во-вторых, мы показываем тем, кто боится ездить с детьми, либо ходить на такие маршруты, мы показываем на своем примере, что можно. Еще и сейчас Настенька беременна третьим. Поэтому делитесь, чтобы больше людей узнавали, что можно так. Пишите свои комментарии, если кто-то гулял вот так вот в круг, как сейчас мы, то делитесь своими впечатлениями и своими эмоциями. Я с вами прощаюсь, увидимся уже завтра в новом видеоролике. Вы на канале «Семья на чемоданах». Пока! I would watch you stay.